О, давай завтра на шашлык бутылку вина возьмем. Давай, только две бери, Серега будет. Да хватит одну. Ой, наконец-то выбрались. А, блин, солнце. Я же говорила, надо было зонтик брать. А я говорила, что надо было нож брать. Блин, я же говорила, без косточек брать. А я говорила, надо зажигалку брать. Я же говорила, лучше абрикосы брать. Я же говорила, крапива. А я говорила, надо на червя. Я же говорила, Манчестер победит. Я же говорила, что тебе красный не идет. А я говорила, что это Юпитер. Я же говорила, что мне надо аллергия. Я же говорил, надо меньше говорить. Я же тебе говорила, дочь, пойдем. Надо было зонтик. Ну блин, мам! Ты что, только одну бутылку взяли? А я тебе говорила. О! Зай! Там соседи стол выкинули! Хороший стол! Может, на дачу заберем? Не, я не пойду его забирать. Соседи, как обычно, встретим, скажут, помоечниками стали сажены. Давай вечером. Давай. Ты что, это кто? Я вообще хуй! О, приветики, вы что тут делаете? А, так мы-то стол на помойку выкидываем, старый уже. В смысле, на помойку? Классный стол, давайте я на дачу его заберу. Помогите загрузить, а, ребят? А, да, конечно. Спасибо, вообще клёвый. Совсем докатились, уже грузчиками подрабатывают. Да, этот инстаграм до добра не доведет. Да чтоб я еще раз тебя послушал. Больше не будем, правда. Промок еще все. Все, все, завязывайся. Она же новенькая. Что может быть круче пятницы? Отпуск! Сегодня я расскажу вам, как собираться в отпуск с детьми. Необходимо собрать аптечку. Вот наша аптечка. Здесь и бинты, и йод, и аппарат УЗИ. А нет, аппарат УЗИ вот в этом. Детям лучше брать одежду легкую, яркую и быстро стирающуюся. Например, мальчику пакетик. Шутка. Это можно взять в самолет на всякий случай. Детские игрушки собирать очень просто. А может, не надо? Надо! А потом, когда детки засыпают, они на утро все равно ничего не вспомнят. Не забываем о гигиене. Щетка! Детки зубные щетки! Щетка для лица. Отвлеклась! Крем от солнца. Если у вас всего три купальника, а хочется каждый день ходить в новом, сделайте так. Просто меняйте вверх и вниз. И их получится 9. Зай, положи мне вещи себе в сумку. А где сменная? Да вот он мне, я так поеду. Ты только это возьмешь? Ладно, обнимать не хватит. Каждой девушке приходится пройти 5 стадий расставания с горячей водой. И это происходит каждое лето. Стадия первая. Отрицание. Она горячая, кипяток. У меня реальный кипяток. У меня всегда от горячей воды губы синеют. Гнев. Это вторая стадия. Я сравняю с землей этот жертв. Всех его работников. Ты знаешь, как сделать напалм? Чё? Третья стадия. Торг. А может быть, вы мне лучше лося пропишите? Или пендаль? Вы же жертв, вам же нравится мучить людей. Если вы включите горячую воду, я пришлю вам свои интимные фото. Как уже? Это Павел вам прислал? Стадия четвертая. Депрессия. Стадия пять. Принятие. О, пельмешки варишь? Да, пельмени, ага. Какой можно сделать вывод из всего этого? Покупайте! Да, у нас горячую воду отключили! Бойлер! А, ты еще не знаешь, он сгорел же. Стадия первая. Все, давай, Зя, быстрее собирайся. Там опаздывать нельзя. Между прочим, очень важное мероприятие. Там светка будет. Зай, дырка на носке. Ну как я пойду, скажет бомжара. Все, я остаюсь дома. Сейчас что-нибудь придумаем, подожди. А? Ты ж моя волшебница. Пойдем скорее, опаздывай. Британское правительство до сих пор не может определить происхождение этой чумы, которая распространяется с невероятной скоростью. Премьер-министр уже объявил чрезвычайное положение. Господи. И призвал граждан Британии не выходить на улицы и избегать контактов, Господи, с зараженными людьми. Ожидается, что в течение двух часов... Диплом, да нафиг эти дипломы уже нужны? Чума распространяется по всему, да, Европейскому Союзу. Можно потише? Фильм?
А ты куда собралась? А никуда, я просто. За молоком. Ребят, отбой, это фильм. Да блин. И так уже третий раз. Это на апокалипсис не смотрела. Посмотрим. Зай, ты представляешь, я установил в нашу машину умную систему SmartMash. И что, она умеет? Поехали, все покажу. Я же тебе говорю, машина сама объезжает все пробки. Заправляется сама. Даже таксует, когда ты спишь, представляешь? Она же детьми сама гуляет. Что ты мне на уши лапшу вешаешь? Ну вот смотри, видишь, человек идет. Я никогда не смогу его сбить, потому что машина автоматически... Внимание, вы сбили человека. Ты что натворил? Спокойно, спокойно. Нас же посадят. Спокойно. SmartMash, что делать, если сбил человека? Возьмите телефон и выйдите из машины. Слышала? Выходим, выходим из машины. SmartMash, что делать дальше? Разбирайтесь сами с этим дерьмом. Я сваливаю. Ты куда? Стоять! Да, ребят, все нормально, нормально. Внимание, вы сбили человека. Не выходи, она тебя клинит. Кто-то должен сходить за водой. Туда? Туда. Давайте на камень-ножницы. Камень-ножницы, бумага. Раз, два, три. Бог любит троицу. Давайте до трех. Раз, два, три. Давайте до 15. Ты все равно постоянно камень ставишь. Ну, возле не раз. Давай. Раз, два, три. Да блин! Все, иди уже. Картинка прикольная. Давайте я в телеграм в группу скину. Давай. У вас тоже не ловит? Мне тоже интернет отключили. Ребят, а давайте выпьем? Ребят, интернет включили! Сейчас вот это спрошу. Лен, вставай. Еще 5 минуточек. Уже 5 раз было по 5 минуточек. Давай вставай. Нет, давай. Я не хочу ехать, я домой еду. Давай. Давай, умывайся, чисти зубы. Ой, мне так лень, я даже надо руками. Давай. Лен, ты зубы чистишь? Ты умываешься? Лен, ты одеваешься? А? Лена, поехали, говорю. Зоя, я не хочу ехать к твоей маме. К моей маме мы едем завтра. Сейчас мы едем на шоу «Голос». Мартин будет выступать и победит. Я договорился. Да? Мартин, за мной. Тебя я долго ждать не буду. Но на «Голосе» будет моя мама.